like, is it a 2-3 in the corner or a red pick? What's the rule? I want to ask you. Emilia Tivacci, Thomas Theodoros, table number 27. Thomas Theodoros, Emilia Tivacci, table number 27. Dudanis Vaksin, Oksala Jorka, 29th stone. Oksala Jorka, Dudanis Vaksin, table number 29. Ривена Шопик, 42-й стол. Шопик, Ривена, стол 42. Налитва, ткач, 36-й стол. Ткач, налитва, тебе нам 36. Тем временем начинается встреча между Торстеном Хоманом и Денисом Грабе. Игра также до 8 побед. Первая партия. Тем временем начинается встреча между Торстеном Хоманом и Денисом Грабе. Игра также до 8 побед. Первая партия. Итак, мы продолжаем наши матчи. За столом мощный Торстен Хоман и горячий эстонский парень Денис Грабе.
Я так понимаю, что Денис немножко помоложе, да? И... Ну, он значительно моложе. И не настолько опытен. Вот, но продолжаем. Чей был разбой? Матча. Дениса был разбой. Мощный Торстен Хоман и горячий эстонский парень Денис. Я так понимаю, что Денис немножко помоложе. Как нет? Ну, он значительно моложе. И... не настолько опытен. Вот, они играют, как нет? Чей был разбой? Дениса был разбой. Мощный Торстен Хоман. Да, но игра уже началась, немножечко была такая непонятная ситуация, но все нормально, игра началась, и вернемся к Денису и к его сопернику немцу Торстену Хоману. Денис является основным эстонским игроком, собственно. Их не так много в Эстонии, буквально 2-3 игрока. Вот. И сейчас он приехал с магии, до этого еще один спортсмен ездил с ними. Но вот Денис ведет, Денис все-таки, наверное, по-эстонски корректнее, такую очень хорошую линию по профессиональному подходу к игре. Он много ездит, у него хорошее есть и желание, у него крепкая семья для этого, поэтому, в принципе, сейчас он приехал. Поддержка какая-то. Да, его, в этом плане он имеет хорошую поддержку, уровень его игры соответствует, собственно, и количеству турниров, на которые он ездит. Ну, а Торстен Хоман — это, что называется, великий и могучий, тот, кто пришел на смену в какой-то степени Райзу Зуке, Томасу Энгерту, Оливеру Ортману, тем игрокам, которые очень долго, очень многие годы были непререкаемы. Реймеринг был еще такой немец, непререкаемый, скажем так, серьезной, непроходимой платформой. И молодые из-за этого игроки очень в большом количестве ушли из немецкой команды. Но вот Торстен в свое время, он отслужил в армии, и в армии еще даже играл на бильярде. Вот, но после этого очень стабильно играет и хорошо. Вот такая сейчас серия отыгрышей, и у обоих соперников они были достаточно успешны. Вот как раз до этого удара, потому что сейчас мы видим, что... Проходит первый. Да, проходит. Первый играет по лузе, и, в общем-то, здесь никаких проблем для этого, наверное, не составит. Но надо опять не забыть о выходе. Или это придется ему сейчас оттягивать, потому что если он будет играть накатом, то биток может не выйти, да. А на стопе играть нельзя, за десяткой останется биток. То есть либо тут надо накатывать, и тогда уже от короткого борта поднимается биток в сторону второго шара, либо уже постараться оттянуть. Ну, мы видим, он один шара играет, да, соответственно, оттягивает. Но можно задеть десятку, но это так страшно. Вот. Не положил он шар. И в данной ситуации, как на плане сверху, мы видим, что в центр проходит напрямую практически первый и не самый сложный выход на двойку. Ну, единственное, вообще проблем нет со всеми шарами на столе, кроме семерки, разве что. Неприятная семерка стоит. А так... Нет, семерка вдоль борта — это абсолютно не проблемный шар. По пониманию она играется с обеих сторон. Почему? Потому что, в принципе, погрешность того, что вдруг борт неровный, не должно быть вообще. Поэтому если он играет вдоль борта в ту или иную сторону, этот шар, то никаких проблем это не должно заставить. Но мы понимаем, что так как он играет ее после пятерки, пятерка играется в угловую лузу, сейчас слева от нас ближнюю, и в ту же лузу он будет стараться выйти на то, чтобы играть семерку. Тем более там вдоль борта три шара, они должны спокойно пройти. Сейчас четвертый, сейчас главное правильно выйти на пятый шар, чтобы как раз была вот эта правильная резка. Но мы понимаем, что так как он играет ее после пятерки, пятерка играется в угловую лузу. Итак, очень важный удар сейчас для него, потому что вопрос продолжения. Вот это ошибка. Это не падение или битка? Это падение битка, это ошибка. Любой задетый шар – это уже ошибка. Вот. Я заметила, сегодня вот сейчас мы комментировали встречу Ральфа Суке. Да, с молодым Солоцким. Да, да, да. Андрей Солоцкий. Биток падал просто через каждый удар, причем у обоих на разбой два раза подряд. То есть биток падал, наверное, чаще, чем все остальное. Здесь, я думаю, это некое привыкание было к столу и привыкание к сукну, конечно, сукну, поэтому как раз вот этот отсутствие некоторого контроля, оно и сказывалось. Вот мы сейчас видим, да, то есть понятно, что Суке Хоман будет вдоль борта играть, о чем я и говорил, что вопрос о том, что
Погрешность какая-то, может быть, не стоит, потому что если правильное оборудование, то никакой погрешности быть не должно. И шар спокойно вдоль борта должен уйти к, в ту дальнюю от нас лузу. Поэтому как раз вот это отсутствие некоторого контроля, оно и сказывается. Итак, давайте посмотрим. Семерка вдоль борта. Да, все чисто, все аккуратно, без проблем. То есть это не проблемный шар, когда он стоит. Но бывает хуже. Борта, конечно, да. Бывает, значит, более худшая ситуация. Ну и сейчас с той самой оттяжечкой, которую уже наши соперники показывали, что умеют исполнять. Атана! Ошибочка. Здесь... Неприятно близко стоять, шарель резко большая. Да, и не режется. Прямо скажу, не режется. Нужно отыгрываться, он оставит биток на коротком борту, а девятку берет, вот, ну как я и начал предполагать, на противоположный короткий борт, с тем, чтобы не было игры и не было возможности атаковать. И отыгрываться, по большому счету. В данной ситуации либо от двух бортов будет играть Денис, либо джамп, но в данной ситуации это не очень корректная история. Итак, да, ну что же, какой вариант он выберет? Правильнее, конечно, ему сыграть от двух бортов. От двух, да, все-таки. Да, от двух. Потому... Заказ. Очень интересно. От... Здесь нельзя пользоваться одним бортом. Это не гарантированно, это неуправляемость. Но сейчас в данной ситуации он... Ну, еще практически чуть ли не забил даже. Не-не-не-не-не. Это было бы фантастика. Это было бы фантастика. Здесь сильно было, в общем, был расчет некий на отыгрыш, но в данной ситуации получился подыгрыш. Именно для как раз Хомана. Ну что ж, таким образом, я не думаю, что сейчас два шара поочередно не упадут в лузу. Девятка там, десятка. Давайте сверху план посмотрим. На игре и, соответственно, 1-0 в пользу Торстена Хомана. Итак, 1-0. Присоединился Павел Щербинин к нам. Снова. Сейчас обновят счет. Сейчас обновят счет. То, что он хочет проверить, он перед игрой подошел к рефери и спросил, можно ли вот в таком порядке ставить второй, третий шар, для того, чтобы была более, скажем, непредсказуемая ситуация на столе. Ну, в данной ситуации, если соперник не против, можно. А о каком порядке идет речь? Ну, вот по углам, насколько я понимаю, сейчас давайте посмотрим как раз. Ну, понятно, что в середину идет у нас да. Какой шар? Пятый. Десятка. Правильно, десятый. По углам. По углам. То есть первый, второй, третий по углам. Первый в голове и два, второй, третий по... Именно, ну, есть какие-то такие... Чаще это скорее больше предрассудок. Психологический какой-то момент. Да. Итак. Ну вот я не знаю, какой должен был быть предрассудок. Вот наблюдали несколько падений битка с разбоя в предыдущей встрече. Неконтролируемый биток. Все очень просто. Это отсутствие контроля битка. Вот смотрим, первый, второй в лузе. Пятый нет. Ну, на лузе третий не играется. Хороший разбой, но вот, да, третий шар уходит с игры. Биток тоже немного не проконтролировал, ушел он дальше, чем планировалось. Но при этом заказал. Заказал пятерку, я думаю, да, которая стоит да. В лузе. И шар, стоящий в лузе, немножко, причем, я думаю, он битком. Давайте сверху посмотрим. Похоже, действительно будет он играть да, от шаром. Шара, от шара, да. Насмотрелся на пирамиду, да, свояков немножко. Освоил. Ну, если бы мы, я думаю, увидели этот удар в исполнении Кори Дьюэлла, который практиковался немножко да, в вот эту игру. Пулист играл в пирамиду в этот раз, попробовал. Я вот все хочу как-нибудь у него спросить, какие у него ощущения. Вот я пока его не видела нигде. Хочу, чтобы меня кто-нибудь с ним познакомил. Хочу спросить его ощущения от русского бильярда. Мне очень интересно. Ну, оно, я могу ответить, оно положительное. Ведь это же разовая игра, да? То есть здесь нету длинной истории. Ну да, хотя да. Вот отыгрыша нету из шарной ну, да, игры. Вряд ли он приедет специально играть в русский бильярд к нам. Да, это скорее нет, чем да. Но вдруг его эта игра настолько захватила, что
покорила его, и он теперь перейдет в русский бильярд. Вдруг такое возможно? Ну, если только он поедет в Нью-Йорк где-нибудь, в Бруклине, пойдет в русский бильярдный клуб, где стоят русские сталы, недоволен Торстен, безусловно, недоволен, потому что, по большому счету, практически это удачная партия. Да, другой удар он планировал. Ну да, читается на лице, конечно, некоторое. Разочарование, мягко выражаясь. Ну, тоже, конечно, неужели не видно тройку? Неужели не видно? Все-таки не видно. Неужели не играет? По левому краю только, видимо, можно. Ну, по правому получается. Неудобно. С борта играть неудобно. Но вот давайте посмотрим, насколько я понимаю, все-таки видно. Ну вот сколько было видно, столько и ударил. Чуть-чуть не хватало. Ну, не очень. Сейчас, возможно, маска, наверное. Здесь и дуплет возможен, и что угодно. Тут вопрос по ощущениям. Потому что что выберет? Но он, скорее всего, будет отыгрываться, потому что давайте сейчас сверху посмотрим. Насколько я понимаю, нет, не проходит между битком и шестым, не проходит. Ну, лепит. Да, аккуратненький отыгрыш. Шестерки. С правым винтом небольшим играл. Сложно от одного борта попасть по тройке, конечно. Вопрос же не только попасть, вопрос попасть, в конечно, продолжении. Да, здесь да, в пуле очень важно продолжение. Можно ли поставить ситуацию так, что ты от потом восьмерки, продолжишь наверное, играть? Хочет играть от борта и от восьмерки. Мешает сильно очень восьмерка, она не пойдет. Да? Не пойдет. Mm-hmm. Если бы она стояла чуть-чуть дальше, вот, здесь скорее он решил действительно, вот, скажем, максимально биток поставить поближе к борту. Да, все правильно, Паша, абсолютно верно. Немножко усложнить ситуацию. Но, в данной ситуации открытая позиция. В общем, вот тут уже абсолютно рабочая. Тут я не вижу проблемы, потому что тройка играется легко. Она не у самого борта биток находится, поэтому... Да, есть возможность сыграть под низ шара. Опа! Перерезал. Досадная ошибка, ошибка, да, перерезал чуть-чуть. Конечно. Неожиданно. Неожиданно. Ну да, вот мы видели также в предыдущей встрече, вот, Ральф Суки допускал некоторые неточности в ударе, то есть все-таки я предполагаю, что это именно из-за того, что игроки проводят свои первые встречи, нужна некая адаптация. Ну, к столу всегда нужно привыкнуть, мы уже говорили, да, вот, до счета 3-3 не считается. Да, оптимальная игра, наверное, будет уже ближе вот в третьем, ну, в Олимпийке, скорее всего, уже будет. Ну, там уже жестко будет, там уже, Нет шансов, да. Там уже нет шансов ошибаться, да. Уже нельзя. Ну, для них, в общем-то, тоже очень является показателем не уйти в нижнюю сетку. Хотя, конечно, сейчас уже будут определенные встречи на таком раунде, когда не у любого можно выиграть, но все равно принципиальная задача это не уйти в нижнюю сетку, потому что там опаснее. Да, там, безусловно, там опаснее, опаснее, потому что, опять-таки, даже пройдя по нижней сетке, гарантирован в Олимпийке, ты попадаешь на сильного игрока поверху, на сильного. Безусловно. Да, хотя, конечно, мы наблюдаем встречу, я думаю, наверняка даже достойную финала этого турнира, потому что Денис Грабе уже был в финале Кубка Кремля. В 2012 году? Несколько лет назад. Ну, где-то, да. Где-то там. Проиграл он тогда как раз поляку Матеушу Снегоцки, а Торстен Хоман вот 2 года назад играл с Константином Степановым в финале. Выиграл, то есть у нас, по сути... Люди уже познавшие финал. Да, финалы Кубка Кремля. Ну, то есть аккуратненько, Торстен Хоман на плотном ударе. Насколько я знаю, даже неоднократным чемпионом мира. Он, по-моему, он и по стрейту выигрывал, и, по-моему... Стрейт он раза два или три даже выиграл. Он очень педантичный, очень четкий. Да, девятку он выигрывал. Не единожды. Угу. Как раз мы говорили о скальпах. Вот там была тоже, когда Степанов и Чинахов первый раз выиграли у него. Вот это как раз тот скальп, который очень почетно забрать в свою коллекцию. Ну, у нас счет 1-1. Ожидается у нас, конечно, боевая встреча. Очень мы надеемся. Никто... не хотел уступать. Ну, здесь больше могу сказать. Это, конечно, вот мы тоже говорили, когда играл Виталий, у него отсутствие опыта, то есть запаса до счета 4 хватило,
И затем, в общем... Да, и вот именно игровой практики нехватка. Здесь, конечно, оба игрока постоянно в игре. Ну, надо сказать, что они чуть ли не всей компанией перелетали из Часопика, где проходил US Open, соответственно, прилетели все в Кувейт, а из Кувейта все полетели в Москву. То есть такой большой маршрут. Часть из них сразу после этого еще полетит и на Japan Open, ну, через неделю после окончания. Да, Кубка Кремля. Очень крупный турнир, где, насколько я помню, однажды собралось, по-моему, порядка 800 человек. Нет, не так. Нет? Это другой был турнир. Этот турнир проводили в 2000 году. Мистер Такахаши, не помню точно его имя. Это человек, который миллиардер, который миллионер. И, соответственно, он стоимость колеса той машины, которую он спонсировал, он просто положил на призовой фонд. И там действительно был призовой фонд. Там 800 тысяч долларов он получился. Собралось безумное количество участников, и все туда приехали. И с того турнира, не буду сейчас называть фамилию, кто это сказал, запомнилась очень фраза большая: «Two tea and one tort», сказал один из наших российских спортсменов, заказывая в баре себе десерт. Как его поняли? Никак. Ну, по поводу «two tea» поняли, по поводу «one tort» не совсем поняли. Вот. Но турнир был огромный, турнир был очень интересный, но он был одноразовый. К сожалению, этот человек посмотрел и, в общем, не стал продолжать эту миллионную линию для пула, хотя это была бы очень большая и интересная история. Ну, а у стола Денис Граба и, в общем-то, Денис проблема только 6-9. Да, свою серию. Шестерка. Ну, если аккуратно выйти, вот давайте сверху посмотрим, насколько ее можно будет потом сыграть. Только с пятерки подбить, наверное. Ну, есть вероятность, что играется все-таки она, если в чисто. Дум, да. Ну, очень напряженно. Да, здесь высоковато нам, стоит девятка. Здесь нам не совсем понятно, но я думаю, что Денис уже все это проверил, все посмотрел. Ну, вопрос вот реализации этих кластеров, да, конечно, он в самом начале стоит. Видимо, он хотел сейчас выйти так, чтобы играть четверку в середину и подбить все-таки эту группу товарищей. Ну, здесь группу есть этих подбой, шаров. Есть, вот как раз сверху он виден, вот да. Он как раз, даже такой вариант просматривает. Два борта под девяткой, чтобы прошло. Ну, опасно, потому что может шар там застрять. То есть нужно, конечно, можно сверху. Можно попасть и оставить его там. Да, если он сверху подобьет вот сейчас. Вот, не, вот. Сильно играл и тем самым обезопашивал себя от того, чтобы от того, только останется там. Да. Ну, получилось идеально. Великолепно. Великолепно. Идеально, надо просто шар на игре. Я думаю, в общем, просто он посматривал, то, что сейчас можно на стопе играть, на чем угодно. Оттяжка сейчас не нужна. Оттяжка — это начальный этап. Нет, я думаю, вот именно подбой будет просто напрямую. Как бы. Нет гарантии, где останется биток. Если будет, биток останется там, неудобная позиция будет. Он как раз правильно рассчитал по то, что мы говорили, от 2-3 бортов пользоваться ими. Именно так, чтобы биток ушел и вышел на уже очередной там пятый шар. Вот. Ну и здесь стабильно 8-9 противоположную угловую. Чуть-чуть, может быть, перекатил, но да, в общем нормально. Совсем, но опять-таки это все временно. От одного длинного, если правильно понимаю. Ну, вот опять пример, да, того, что кто-то бы играл биток вдоль борта бы пошел, кто-то бы от одного, да, вот кто-то от... Такое, он как раз сыграл абсолютно правильно с точки зрения профессионала, от двух бортов. Абсолютно, да, гарантированно. Так называемый Z-удар, и в чем его преимущество? Он мог немного не докатить, либо немного перекатить, и все равно бы шар шел по линии выхода. То есть он либо отдалялся от девятки, либо приближался, но ни в коем случае не шел бы в перерез. То, что неправильно. Да, это очень важно. Это как раз то самое правило, которое помогает гарантированно держать игру в своих руках. 2-1. Да, 2-1. Стремительно очень развиваются, конечно, события в этой встрече. Ну, самая затяжная встреча, наверное, была вот между Виталием Ченаховым. Павлухиным. Виталием Павлухиным, да, извините. Он бы хотел так называться. Ну, хотел бы. Ну, они, кстати, практически небольшая разница у них в возрасте, вот, но просто... Достижения совсем, конечно, здесь важно, вот мы уже говорили об этом, и я бы вот всем пулистам и родителям, там, кто слушает, советовал начинать, конечно, как можно раньше, не бояться начинать в 9-10 лет, потому что если вы начинаете в 13, это уже поздновато, это уже грань того, когда вы не сможете догнать своих ровесников, которые уже в 12-13
пришли уже к каким-то результатам. Ну, вот Виталий начинал как раз-таки вот лет в 9, наверное, в 10. Нет, он чуть позже чуть начинал. Позже, чуть разве? Позже, да. Тем более там еще был вариант русский, не русский, пул, не в пул. В русский он играл, действительно. Володин тогда уже прекращал тренироваться во Владивостоке. Поручай уже не тренировался. Поручай вообще перестал играть, насколько сейчас, я да. знаю. Ну, закончив местное МГИМО, он все-таки понял, что они же открывали клуб, для отец его открывал клуб во Владивостоке. Вот сейчас мы видели, упала десятка, ее выставили, и спокойно игра продолжается дальше. Кстати, поначалу, когда были правила только, вот они формировались, была так называемая золотая десятка как раз боя, но потом все больше и больше ушли от моментов, параллелящих десятку с девяткой. Все-таки десятка другая дисциплина, и ее большей строгости дают ей больше прелестей, скажем так. Да, считается более профессиональная игра, хотя вот сколько было сделано попыток, опять-таки, с целью усложнить игру. Да, немножко задел чуть-чуть, задел шестерку. Вот, опять-таки, отдает позицию? Отдает позицию, и, по сути, для них это отдают партию. Ну, посмотрим. Посмотрим, как новый Денис. Не вижу я здесь предмета для да, нету препятствий. Ошибки. Ну, вот если только вот с 2 на 4, как будет выходить? Я думаю, между 8-10 он оставит. Ну, хотя гарантирование вернуть сюда, но это... Ну, можно в два борта с правым винтом вернуть на короткий, ближнюю длинный, половину. Да? Да, просто более активный удар. Ну, вот да, такой, так и есть. Да. Вот но, два борта. Но есть риск за то, что есть, марка за 10. Есть. Вот он так и получился. Поэтому здесь как раз вот мне это... Мне показалось, немного толсто он попал. Не толще, чем хотел. Да. Биток бы быстрее бы пошел. То есть иногда вот эти удары, ну, я бы так сказал, не проконтролирован, но... Ну, зато сейчас неплохо получилось. Ну, давайте думаю. Посмотрим. Замазал, да, есть. Не... Не намертво, даже, но замазал. Если бы не замазал, ситуация. Все равно четверка не играется в Тулузу по прямой. Там мешает, а там мешает восьмерка, да, там нету поэтому... направления. Да, и вот так, конечно, правила, они немного видоизменялись, убрали золотую десятку, в частности, в девятке уже несколько лет играется, пирамида ставится так, что девятка становится на точке, то есть это усложняет разбой. В этом году, кстати, это уже приняли на мировом уровне. Да, уже везде играли. Практиковали, раньше, на мировом уровне. На вибратурах это было. Да, да. Это усложняет, потому что нету гарантированного, по сути, разбоя. Хотя, конечно, игроки уже научились делать разбой так, что есть упавшие шары. Но раньше это было гораздо проще. Практически при любом ударе падал один шар. Кстати, сейчас можно играть четвертый шар направо. Да, был виден этот удар. А биток нормально. Нормально. Но на грани. На грани. Вот мы заметили, кстати, обратная резка, так называемая, да, не все игроки ею пользуются. Но показатель профессионализма вот в том и заключается, что тот, кто этим пользуется и умеет, и тот, кто чувствует, это, в общем, очень хороший вариант. Потому что здесь иногда такие ситуации бывают. И выйти из них может только атакуя. Да, так и есть. И создает себе Торстен хорошую ситуацию. Три шара остается. Ну, судя по всему, это 2-2, конечно. Да, по-видимому. Ну, сейчас посмотрим на этот удар. Здесь, ну, друзья мои, здесь не должно быть проблемы. Хотя мы видели тройку в самом начале этой партии, но это был, в общем, ну... Да, вообще, ну, сегодня вот... видели очень много простых шаров, достаточно не попавших по назначению. Вот это не совсем хороший шар. Вот это, ну, вот как раз не вот совсем. В предыдущей встрече мы видели, как Ральф ошибся, выходя с 9 на 10, причем не на сложном ударе. Но вот, как мне показалось, он экспериментировал. Он делал удар более сложный, чем он мог быть. Угу. И мне кажется, он понимал, что он уже выигрывает встречу, там гарантированно у него победа. И он просто пробует... Как работает стол, как работает сукно, ну, не сложилось, но он все равно выиграл. Вполне возможно. Причем, на самом деле, о Ральфе это я могу однозначно подтвердить эту историю, потому что он, когда он очень кропотливо разминается, очень кропотливо смотрит за оборудованием, очень кропотливо подготавливается к игре. И то, что он понимал, что, ну, молодой россиянин, Солоцкий Андрей, не является для него принципиальным соперником, ну, да, он да, мог, пардон, себе позволить историю, да, с тем, чтобы вот разные варианты. Потому что он понимал, что дальше ему это понадобится, да, что будут в любом случае более сложные да. удары, конечно же. При этом Ральф в этом году приехал за свой счет, сам самостоятельно, и он хочет, как и любой другой спортсмен, ну, европейский, мировой, этот турнир поставить себе в список побед.
Кубка Кремля у него еще не было, поэтому это для него принципиальная история. И даже ни разу он не был в финале, насколько я помню. Да, он тогда приехал один, все думали, вот, о, Ральф, а как это вот не сложилось? Да, и он, по-моему, если я, кстати, не ошибаюсь, его как раз обыграл Денис Грабе. Опять десятка упала в лузу. Не могу сейчас точно сказать, не помню. Вот честно, не помню. В любом случае, его обыграл кто-то вот из именно приглашенных звезд. Это очень интересно, с единицы на двойку сейчас. Через все шары. Смотрим. Вот хороший удар, очень хороший удар. Вот это действительно сложно, приборта, да. Да, на оттяжке. И вот просмотреть эту траекторию, да, не коснувшись ни одного шара, ну, такое можно наблюдать, конечно, на трюковом карамболе, когда ставят бокалы на стол и вот так вот обходят. Ну, здесь похоже, только вместо бокалов шары. Посмотрим, что дальше. Есть некие сложности в виде четырех шаров, которые расположены по левой стороне. 5, 6, 8, 9. Ну, смотрим, что дальше. Выход 4 на 5. Да, ну тут я так понимаю, что он должен вывести на очень аккуратненько. Половину, да, на между шаров свободу проводит в дальнюю лузу напрямую. Вполне корректно. Ну и дальше уже проблемы с шестым шаром нет. Туда же шестерка. И вот таким образом, одним на самом деле сделанным хорошим ударом, это выход из единицы на двойку. Он собственно, стартовый удар был для него самый главный в этой партии. И да, конечно, очень часто в этой игре, то есть помимо именно позиционной борьбы, которую мы видели в предыдущей встрече, мы видим именно сложный удар, будь то дуплет или такого рода выход. Но который дальше является принципиально важным. Да, да. Ну а дальше уже дело техники. Ну, немножко. Ну, резко хороший для того, чтобы напрямую даже вот стоит в середину, она с той стороны, да. Да, напрямую даже можно, да? Огромнейшая зона. И спрятать за десятый очень сложно. Да. Биток. Но неудобно, другой вопрос, то, что действительно, опять же, вот эта обратная резка есть у него, и не очень немного пугает центральную лузу. Но в этой резке я не вижу, чтобы... Да, в этой резке, по-моему, биток идет за центральную лузу. За центральную лузу, согласен. И вот как бы единственная действительно опасность, это то, что может встать за десятку. Вот он это сейчас просматривает. Потому что видели мы уже случаи... Ну, это читается, да. Да, видели мы уже случаи, как в таких... вариантов в трех шарах люди ставят маску себе. Ну, посмотрим. Конечно, выбирать надо путь по максимально так, чтобы не задевать. Вот он чуть-чуть. Ну, шире то, что играет. Мы говорили за центральную лузу. Он, я думаю, да, немного сильнее просто сыграл, как раз, чтобы даже если он ушел в десятку, он ее как сейчас оттолкнул, и все. То есть с таким небольшим запасом. Да, ну и в данной ситуации просто на клапштосиках 8-9 и десятка уже по настроению. Да, здесь уже нет вопросов. Да, и вот вновь у нас 3-2. Очень боевая встреча. И не исключено, что эта встреча, я предполагаю, она будет примерно, вот счет будет 8-6, пока не знаю, в какую пользу. Здесь даже с преимуществом в одну партию не тяжело сказать, у кого преимущество. Его по сути нет. Мы видели, как вот у Виталика было 2-0 преимущество. Ну, конечно, это в итоге что произошло в конце. Здесь то же самое. Здесь может быть все, что угодно. Но я думаю, 8-6, либо 8-7. Вот примерно, ну, так может я быть. Я бы не торопился все-таки пока делать выводы, пометуя о большом количестве встреч, которые мне довелось видеть пуловские. Все-таки вот пока еще такой рубежный вариант даже не пройден. Ну да, даже мы не прошли. Ну да, я думаю, более предсказуемо будет, когда хотя бы через пару партий, да, пару пяти дойдет один из игроков. Потому что в действительности может быть все, что угодно. Можно и два раза, как вот мы видели в встрече с Укес Солоцкий, два раза роняет биток на своем разбое Андрей.
Причем один раз напрямую, второй раз просто с ударением. Там, угу. Пять раз ударился биток об шар и упал. Ох, обидно. Да, это и очень обидно, с учетом того, что он забил три шара с разбоя в тот момент. И да, в общем, до партии практически, да, была и его. Да, и вот здесь абсолютно ну, давайте посмотрим разбой Торстена Холмана. Так. Насколько я понимаю, нет упавших шаров. Нет, почему? Один шар упало, да, что-то есть. Что-то упало. Да, упал один шар, есть. Первый на игре, второй, третий, четвертый, пятый, девятый отсутствует на столе. Да. Ну вот, собственно. Ну и вот смотрим теперь, как собирается. Все на игре. Ситуации, да. Все на игре. Спортсмен. Двоечку он оттянул будет играть. Ну, кстати, чуть-чуть грязновато, мне кажется. Почему-то играющий с Торстом. Не знаю почему, но вот пока как-то так. У него складывается игра. Надо сказать, что все игры в пуле расписаны. И сегодня для пула это последний раунд. Завтра встречи начнутся с 11 утра. И... А разве в 7 вечера нет? Сталев встреч? Разве не играет? Нет, Сталев играет сейчас в 5, но, по-моему, он 7 сейчас вечера играет. Насколько я помню, нет. Сейчас можно проверить. Да. Расписали все на 3 дня, то есть... Завтра играют вплоть до Олимпийки. Давайте проверим, Паш, пожалуйста. Сейчас, проверь. Да, я посмотрю. Вот, насколько я помню, нету. Вот. И, соответственно, на последний день... А, нет, все верно, да. Это последний раунд. Завтра с 11 часов. Да, завтра 4 раунда. Начинает нижняя сетка. И, кстати, это такая традиция, в общем-то, что... И до Олимпийки, те, да? Кто, да, те, кто играют по верхней сетке, они играют... Они в большем... скажем, находятся преимуществе, то есть они утреннюю сессию пропускают, могут себе позволить отдохнуть чуть-чуть, а те, кто идут по нижней сетке, они должны начинать раньше. Но тут уже ничего не поделаешь. Мы видим, все очень четко, аккуратно сейчас играет Торстен Холман. Ну, он как раз вот сейчас не пользуется бортами, и на самом деле профессионализм так проявляется, что спортсмен пользуется и бортами, и всякими вот этими оттяжками. Нельзя играть однобоко. Когда один вариант игры, когда один стиль игры, то это уже не очень хорошо. Как раз должно да, быть здесь, и так, здесь, и так. Здесь можно все это делать по-разному. Сетку я достаточно хорошо знаю. Организаторы ее прописали изначально. С тем, чтобы уже было все удобно и понятно. И уже ничего не менялось. Да, вот можно было играть с оттяжкой, а можно было играть на легком таком прокатике, что, собственно, и сделал Торстен Холман. 7 в лузе. Сейчас нужно аккуратно, он выведет биток на длинный борт, чтобы просто спокойно сыграть вдоль борта. Ну, как и есть. Да, вот о чем и речь. То есть пока оба соперника идут нос в нос, и, естественно, никто не хочет никого отпускать. Да, действительно, попадание в нижнюю сетку, конечно, чревато тем, что опять-таки встретишься с очень сильным сопротивлением в Олимпийке. 3-3. Так распорядился жеребий, поэтому тут ничего не уже становится счет. Ну, пока небольшая пауза. Напомним еще разочек о наших спонсорах, тех, кто помогает организовать этот турнир. Москомспорт при поддержке правительства Москвы, Российская газета, Московский союз бильярдного спорта, компания АБН очень большое содействие оказала как раз и в телетрансляции, и во многих других моментах. Ну и официальные столы этого Кубка Кремля Diamond Tables, американские столы, которые, на которых играют чемпионы. Да, в действительности это впервые на Кубке Кремля, когда играются на этих столах. До этого играли на столах Динамик. Да, в этом плане достаточно Даймонды, они ну, безупречные, можно даже так сказать, это слово употребить. Итак, смотрим, что в лузе. Да, причем есть. Очень интересно, насколько я знаю, они практически уже приходят в собранном виде. То есть даже нету такого, как раньше, когда отдельно натягивалось сукно, то есть стол приходит. Ну, ты сюда, это уже сюда, на арену. В принципе, конечно, он нет. Там он собирается отдельно. Да, он обтягивается борта,
сборка его идет. Здесь уже на арену его привозят собранным. Это такая практика Даймонда именно как раз была задумана с тем, чтобы... А вот это интересно. Нет, нормально. Был зазор, мог он поставить. Борта разыграется? Винтом, в принципе, можно постараться сыграть, но опасно. Потому что малейшая погрешность и ошибся, конечно, Денис. Здесь есть вариант сыграть джамп. И тогда не будет вот лишних винтов, и тогда можно более гарантированно напрямую сыграть. Но тут уже выбор за Торстеном Холм. Мы видим, что он примиряется. Денис свойственно ему холодной эстонской манере. В общем, даже не смотрит на стол, он смотрит на соседний пирамидовский стол. В общем-то, никак не интересуюсь. Да, вот про холодную манеру мы как раз говорили о предыдущей встрече про Альфа-Суке. Человек с абсолютно невозмутимым лицом. На протяжении практически всей встречи. Абсолютно неважно, что происходит. А теперь верхняя, чтобы нам понять, как раз винты эти. От борта играл. Через борт. И... Есть вариант игры на дуплет. Да, достаточно открытый. Достаточно безопасный. Да, да, он заказывает сразу, недолго думая. Здесь не видно никаких проблем для этого, на самом деле. При этом биток остается, ну, условно говоря, недалеко от борта. После этого играется двойка и... Выход на четверку также присутствует. Узко сыграл Денис Грабе. Видно ли единицу теперь? Ну, от борта, наверное, можно как-то забить. От борта нет гарантии. Мне кажется, там и напрямую проходит, если нет напрямую. Вот отсюда кажется, что нет. Нет, проходило. Нет, проходило. Он в порт уже попал. Нет, там шар, борт и сюда. Не, напрямую сыграл. Да, напрямую. Отсюда казалось, немножко все-таки есть какое-то искажение. Погрешность мы не видим, у нас эта камера не чуть-чуть дает. Чуть-чуть искажение. Конечно. Да, игроки это видят гораздо лучше, чем мы. Тем более ты находишься, когда у стола, это более четкое вот. Ну, конечно. Последнюю встречу ставлю достаточно поздно. Все-таки не хватает 2 часов стабильно для всех раундов. Ну, меньше 8 не хотелось сделать, потому что все-таки 8 это нормальный сет, нормальной длины и, скажем так, правильный. Да, потому что, насколько я помню, когда играли в девятку, до 9 побед играли. Да, десятка, она как раз на один раунд меньше. Конечно, будет. Для финала нормально. Для финала нормально. Для финала, конечно, да. Вот. Мировые некоторые турниры играют до 13 побед финала девятки. Это уже там другие суммы. Чемпионат мира до 17 в свое время играл. Сейчас, честно говоря, не помню даже. Так, ну вот ошибка Дениса могла... Ну, неудобно. Все-таки у борта стоит биток и резко достаточно, хоть и рабочая, но вот нет владения битком. Нет возможности удобного владения битком. Да, через знака. А, нет, через оттяжку он пробует. То есть 2 борта, значит, будет делать. Судя по наклону, да, 2 борта. Раз, два. Отлично. И великолепно. Точно. Выход на шестерку. Не хочет он убирать почему-то. Ну, девятка стоит как раз на борту вот этого трафарета, Мэйджа Крэка, и брать, чтобы не нарушать все-таки расстановку шаров, он не просит убрать. Сам столкнул. Сам убрал, теперь уже можно убирать. В общем-то, реши проблему сам и сделай это лучше всех. Да, здесь уже остается простая достаточно ситуация. Да, 8 вдоль борта. Резко нормально для того, чтобы выйти на 9-й шар. Да, и вот уже в этой встрече, скорее всего, да, этих шаров не боятся спортсмены, это абсолютно рабочий шар. В данной ситуации центральная луза, она не является ведром, которого можно испугаться, да, абсолютно. Может всегда там падает шар, конечно, они страхуются от этого. Ну, не идеально, но... Ну, это абсолютно рабочая схема. Здесь может быть и не нужен идеальный вариант, потому что все в рабочем режиме. Ну да, что ж, впервые повел Торстен Холман. 4-3.
Да, ну что ж, что называется, забоявилось, что называется, и Торстен, который отставал, он догнал, и вот сейчас впереди. Так, чей сейчас будет разбой? Ну, вот сейчас посмотрим, кто выйдет. Торстен. Да, Торстен. Ну, собственно, вот теперь ему нужно закреплять преимущество, потому что как раз вот это вот превалирование его в этой партии, которая идет уже и очевидно, но... Да, давайте спереди, а потом резко переключимся на верхнюю камеру. Вот точная позиция, очень плотный мост сейчас. И теперь уже сверху. Итак, розовый. Четверка. Четверка, девятка. Ну и единица не на игре. Тут я бы не сказал. Единица стоит плотно к борту. И если будет игра, то вполне можно и играть этот шар, потому что он падает на таком маленьком расстоянии, и можно управлять еще от лузы. Да, можно, но мне кажется, угол тяжелый. Ну, сейчас посмотрим, что выберет Торстен. Рассматривают возможные варианты. Угу. Ну, теперь уже сверху. Ему сейчас известно, что он будет делать, атаковать или отыгрываться. Не самый приятный угол даже для атаки, с учетом того, что еще тянуться нужно до этого шара. И опять же, надо контролировать биток. Мы его понимаем, что насильно можно сыграть, но тогда уйдет биток оттуда, уйдет. А двойка остается на той же и половине много поля. Вариантов еще для маски вверх. При этом, при всем. Нет, все-таки да, ну, решил резать. Давай посмотрим. Или отыгрывается. Вот не очень понятно, на самом деле, расстояние, но отыгрывается. Да, вот отыгрывается. Хорошо. Отыгрывается. Седьмой. Не видно единицу, конечно. Ну, да. Как раз вот камера отсюда, да, очень поможет нам посмотреть. Да, за семеркой. Да, маска спрятался. За 7. Есть вариант. Да, будет делать джамп. Недолго думает, недолго готовится. Холодный эстонский парень. Ну что ж, заказ понятен. Спина не нужна. Да, вот. Сейчас уже как раз и мы посмотрим. Да, не изучи. Да, великолепно. Мне прям вот это больше всего вот это и нравится. Причем, что интересно, он не было сильного такого мощного удара, очень аккуратный, регулируемый, что называется, контролируемый был удар. Вот, поэтому это то, что и хотел достичь Денис. Ну, тоже достаточно сложный удар сейчас стоит. Не, ну двойка играет. Стол, да, играется, но вот все равно, я думаю, этот удар, который, если при правильном выполнении, упрощает сразу позицию. Мы видели, что он пользуется бортами. И я думаю, сейчас будет два борта. Раз, два. Вот заделан семерка, это ему еще замазал, испортило. По-моему, все-таки еще и замазал. Да, он вот чуть-чуть не проконтролировал. Конечно, конечно. Планировал напрямую, чтобы прошел шар. Да, ну, пожалуй, чуть-чуть сильно сыграл, потому что даже бы, если не забил, ну, он бы вышел, конечно, напрямую на центральную лузу, но... Теперь, если только через борт, можно попробовать. Нет, проходит напрямую, режется. Режется. А давайте посмотрим, вот здесь вот у нас как раз. Режется, да, видно отсюда. Да. Сейчас нам оператор дал хороший план. Благо, оператор у нас... А лузу теперь посмотрим, сверху план. Забил. Да, шар, нормально, зарезал и сделал то, что необходимо. Ну что ж, вот теперь очень непросто будет выйти с пятого шара на шестой, потому что, конечно, не идет шестерка ни в какую ни центральную, то есть необходимо очень аккуратно сейчас выйти. Либо подбивать, если уже сможет справиться. Да? Очень хорошо, когда оператор у нас при этом еще сам играет, он понимает, с какой позиции можно посмотреть. Он благодарит сейчас нас за сказанное. Мило улыбается. Да. Ну, давайте уйдем от оператора все-таки к игре и посмотрим. Пятерка играется. Ему нужно очень точно, аккуратно поставить сейчас биток на длинный борт, чтобы можно было играть уже шестерку.
или подбивать. Нет. Нет, ни то, ни другое не сделано. И вот это уже... Да, ну вот теперь интересно, как... Является проблемой. А проходит ли он отсюда? Вот? Похоже... Сейчас мы, наверное, увидим это. Нет, не очень думаю, понятно. Нет, у нас не будет такого ракурса. Но если даже не проходит, да видно, наверное, есть вероятность сыграть остановку за восьмерку и вести шесть. Судя по тому, как выцеливает Денис... Он может либо играть в данной ситуации, либо отыгрываться так, чтобы оставить биток за восьмеркой, а перевести уже шестой шар на свою половину поля. То есть здесь нет особой проблемы в этом. Но там уже нужно будет играть биток. Да, шестерку от двух-трех бортов. Ну, безусловно. И момент удара давайте посмотрим. Да, вот о чем я говорил. А если падает? А это плохо? Это очень плохо. Что теперь делать с семеркой? Да, но вот чуть-чуть не рассчитал. Не рассчитал. Денис, мы говорили о том, что правильный этот удар, он по логике правильный, но... Да, но вот чуть-чуть. Ну, семерка, да, если бы уходил, ситуация, да, вот, если бы не этот центральный луз, ушел да, шар, да. Все. Абсолютное преимущество. В этой партии, возможно, был бы другой уже счет. Так, ну, что? Вероятно, опять будет джамп. Умеет им пользоваться Денис. Не раз уже за эту партию играл. В принципе, расстояние есть. Не так близко стоит биток с восьмым шаром, чтобы сильно опасаться. Но понятно, что это, так как это всегда не совсем гарантированный удар, то тут уже и верхний. Давайте сразу соотношение, как они встали. Так. Маска. Да. Маска да. За 8. Да, за 8. Нет прямого хорошо удара. Хорошо получилось. Ну, здесь как раз вот этот вот удар, когда стараться, но если что, продумать отыгрыш. Да, на всякий случай. Не, хороший удар сделал. Видели мы уже, как он владеет этим ударом. Здесь уже, конечно, потяжелее прочитать. Да, играется через борт. Но вот, мне кажется, та точка на борту, через которую удобно сыграть, она перекрыта просто лузой. Там луза она почти вот, да. Или прям вот перед самой лузой эта точка. Ну, тогда так. Восьмерку, наверное, попадет биток в любом случае. Ну, вот он смотрит, да. То есть он будет играть за лузой, и, скорее всего, это будет правый винт. Но есть вариант, что после соударения, если он даже пойдет, биток упадет. То есть все это надо просчитать. Простого попадания здесь мало. Он еще при этом планирует, что будет после. Ему же нужен отыгрыш. Конечно. Попасть и оставить игру. Это вот он, вот он заказывает. Да, вот наклоняет кий при этом. Давайте сверху посмотрим. Все-таки перед центральной лузой, о чем мы говорили. Да. Хороший удар. Хороший удар. Он оставляет семерку на игре. Контроль битка. Вот он сейчас улыбается, показал. Денис, да, понимает, что немного, конечно, есть немножко случайности. Повезло, в этом, да. Везение, но это такой же элемент игры. Заказывает. И я думаю, это опять-таки, эта игра такая будет, как в перерез, да, если в случае не забивает биток, не биток, семерка на короткий борт, ну, биток где-то в этом биток районе. Уходит к нам, безусловно. Не дорезает, но биток уводит. Но недостаточно качественно. Наверное, чуть сильнее бы надо было сыграть, чтобы биток хотя бы... Если биток оказывается на центре короткого, ближнего, восьмерка играется. Но вот здесь есть, конечно, риск. Ну, для Хомана это, конечно, хороший шанс. Я думаю, что партия останется за ним. Посмотрим. Тут уже, наверное, негде ошибаться. Сыграть. Здесь тоже надо сыграть. Это... Нет, ну это, как уже говорилось, действительно абсолютно рабочий шар. То есть тут... В конце концов, это игроки такого уровня, да, от они, которых они должны все-таки как-то не хочется таких ошибок видеть. Ну и как мы уже говорили, что в этот раз приехало много таких топовых, уже свои выросли. Да. И сейчас ошибка для них, приезд сюда не является легкой прогулкой. То да, они это понимают, уже что ответственность более высокая. Да, если, например, как раньше было, когда один игрок приезжал и... Ну, все думают, что гарантированно он выиграл. Вот, например, как было, по-моему, когда приезжал Мик Иманин и играл, ну, первый раз. Да, играл в финал с Малаем. Все думали, что ну как он не выиграет. Он проиграл. Он проиграл, Малаем. Он взял и проиграл. И вот до сих пор для него Кремль остается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это да, это просто телекинез. Телекинез работал. Да, конечно, Денис. Мы видим реакцию как раз. Но это действительно повезло. Но в данной ситуации, да.
в данной ситуации. Да. Здесь счет стол повернулся к Денису спиной. Счет 5-3. Да. Ну что ж, в данной ситуации сложно сказать, за кого мы болеем, кто лучше, кто хуже. Вот только что мы видели в кадре нашего российского чемпиона по трикшотам. Да, Михаила Мусин. Майкл Мусин. Да, вот уже говорил я как раз Елизавете об этом в прошлой трансляции. Для нее тоже это было открытием. Да, я не знала. Кто этот человек? Да. Покажите, сверху, похоже, ничего не упало. Да, нет упавших шаров, конечно, расстроился. Денис, да. Конечно, он не за предыдущую сконцентрированно также, да. Сейчас делал разбой, а это мешало проконтролировать. И, в общем-то, видно было очень быстрый подход, не было вот такого плотного удара, просто удар, просто да, разбой. Вот здесь уже дальше, опять-таки, дело техники. Да, ну и в данной ситуации мы видим, в общем-то, проблем на это. Нужно выйти на третий шар аккуратно, да, а дальше тройку, проблем нет. Стройка проходит только в один угол, либо из ближайших, по крайней мере. Четверка режется, проходит. Мимо шестерки проходит? Да. Сейчас мы с другого плана посмотрим, это будет видно. Да. Нет, именно вот сюда, пятерка. Да, выходил. Вот отсюда, да. 4-4 вот проходят. Там, да, 4-5 они все. 4-5-6, вот они прямо на одной лузе. И да, все три шара вот, на аккуратных ударах. Да, с 99% вероятностью будут сыграны в одну эту лузу. Да, вот мы видим, что он даже не. Если там нет никакой мороки, там просто аккуратно сыграть и все. То есть тут. Если бы это была дисциплина one pocket в одну лузу, можно было много очков набрать уже сразу при такой позиции. Да, ну вот интересно, достаточно серьезно помог стол, вернее, в прошлой партии Торстена, не упал вот шар и в центральную лузу. Да, возможно, как раз вот это вот именно легкое может стать невезение в одном, к одному игроку и невезение к другому может стать действительно ключевым моментом именно даже во всей встрече, потому что вот 5-3... Да, хороший, ну, тут, собственно, хороший удар. Ну, здесь два борта. Да, и девятка туда же. Да, девятку в ту же лузу. Да, лишь бы не сильно далеко укатился шар, но я думаю, здесь как раз с использованием вращения. Ну да, здесь угол будет такой, что как раз он... Ой-ой-ой. О, какой интересный вариант. Даже три получилось борта. Ну, честно говоря, даже для меня немножко неожиданная траектория, когда как пошел да, шар. Да, я думал, он должен был идти все-таки больше сразу на длинный да, борт и не коснуться городского. Да, то есть такое ощущение, как будто он ударил второго. Не с левым винтом, да, чтобы расширить, а наоборот, с правым, чтобы заузить. Mm-hmm. Вот хороший удар вдоль борта. Да. Ну, здесь уже все очевидно. Да, 6-3. 6-3. Для Торстена, и в данной ситуации это, конечно, очень... Уже большой напряг для уже, да, его разбой партии, следующий. Плюс поэтому разбой. Тут я бы не сказал, что это уже все, скажем... Экватор уже точно пройден для одного из игроков. И ну, вот, для да, другого тоже. Буквально маленькая неточность в выходе в одном у Дениса. И вот это вот не падение битка в предыдущей партии. Вот они две партии, по сути. Да, да. Минус, дайте минус 2 одному и плюс 2 другому. Совершенно иная ситуация. Да, вот сейчас уже, скажем, каждый думает о своем и уже в разном направлении. Да. Торстен четко понимает, что у него все в руках, чтобы уйти и продолжить игру завтра, да, после по обеда. Сути, по сути, свой разбой реализовать вот сейчас и уже практически... Будет 7. Да, практически а 7 там не уже... догнать с поочередным разбоем. То есть как минимум два шанса будет со своего подхода. Угу.
Давайте еще раз посмотрим, как он готовится. Это достаточно интересно. Очень четкий, нет никакой торопливости, нет никакой суеты. И вот теперь сразу сверху. Есть, упала девятка в середину. Четверка. И да, двойка, наверное. Двойка, как раз видели, да, на разбой, двойка. Насколько идет нет, продолжение. Ну, корпус. Нет проблем. С небольшим поднятием ноги. Ну да, сейчас. Разбоя. На самом деле, вот тут раньше аж прыгали. Да, и мы помним, да, как Женя стали под весь всем телом. Франциско Бустаманте всем телом. Да, вот у сейчас разбой другой стал. Да, он более такой. Более точечный такой, наверное. Да, он даже человек почти не двигается. Раз, пум, и все. Ну да, причем мы обратили внимание, что вот в частности на этих столах, то есть нет необходимости разбивать настолько сильно. Шары сейчас вообще такого разбоя нет. Сейчас вообще такого разбоя нет. Здесь надо сказать о том, что сейчас есть точное понятие и одинаковых шаров. Плотные шары. Очень много было разных шаров, когда играли, не было гарантии. Сейчас достаточно плотно встает пирамида. Ведь много лет искали, как сделать так, чтобы... Давайте сверху посмотрим. Да, была... Нет, не опасался он чуть-чуть опасался, семерки, но нормально. Семерку, да, нормально все. Была проблема в плотности установления шаров. Когда устанавливали руками, иногда по 10-15 минут ждали, пока рефери установит пирамиду. И игралась партия мгновенно, а потом 10-15 минут выставляли пирамиду. Вот. Но сейчас как раз вот с этими трафаретами, мейджи-креками, были варианты, у американцев там прижимали, но все равно точки набивали. Но вот мейджи-креки да, в этом да, плане набивали. Достаточно удобно. Самое главное, плотность пирамиды, она уже есть. И после этого четче... Да, проще и играть разбой, разбой. И контроль, конечно. То есть я обратил внимание, что в прошлом году, когда играл Шейн Ван Бойнинг, он разбой выполнял игровым кием. То есть даже было и такое, потому что нет да. смысла даже брать да. разбой. Да. И вот здесь интересно, потому что выход на четверку уже нету. И куда? Ошибка. И подбить невозможно, да? Ошибка. Вот сейчас уже была ошибка, да. Да, здесь... Не должен был он задевать тройку, и была да, бы невозможность понимаю. Продолжать. Сейчас этой возможности уже нету. Нету играть. То есть эту партию, в ней будет завязка еще какая-то. То есть она еще не однозначная. Что сделает Хома? Ну, там, конечно, есть вариант. Да нет, одновременного удара по двум шарам вряд ли есть. И здесь нету... Я думал, будет просто... Ой, ой-ой-ой, киксанул. Да. А вот что здесь? Принципиально. Что здесь? Ну, тоже, кстати, не сильно эта ситуация облегчилась. То есть опять да, вытягивать. Она не изменилась. Четверка играется в дальний правый угол. Ну, это очень сложно. А как выйти? Ну, оттяжка. Здесь рабочая оттяжка. А он не стал ее делать. Да, ну тоже вот чуть. Он не понимаю. Неужели проходит? Да нет, может быть, просто. Отыграться решил сейчас. Ну, тут не читается. Чуть пока было, не читается. Да, не ссало в середину. Ну, вот, насколько я вижу, не проходит все-таки четверка. Нет. Ага. А не было ли это фолом? Фол. Да, фол. Даже подтвердил, конечно. Кивнул головой сам. Ну, понятно. Видно было, что он чуть-чуть коснулся, поэтому и не проходило. Может быть, Денис поторопился и подумал, что проходило. А может быть, честно сказать, уже махнул рукой, потому что... Даже не было вот четкой выверенности этого удара, опять же. Да, не было четкой подготовки, не было четкого просмотра позиции. И, к сожалению, для Дениса 7-3 в пользу Торстена Холма. Да, неожиданно, на самом деле, так все начиналось по-боевому. Абсолютно не складывается это с моими предсказаниями. Вот, Паш, извини, я тебя тогда остановил. Давай не будем. Рубеж. Смотрим да, на рубежи. Да, ну, а потом, ну, действительно, да, вот боевая бой, и тут вдруг просто подряд, поскольку сколько, 5 партий уже выигрывает подряд да, Торстен, да? Да, он повел 4-3. При поочередным разбоем. Да. Да, опустил руки Денис. Расстроен, конечно, Денис. Угу. Даже и вот смотрите, уже сейчас даже можно наблюдать за его разбоем. Вот он будет быстрый, неаккуратный, скажем так, горен, нет, не может, все-таки еще соберется. Вот тут в этом есть отличие профессионала от все-таки, ну, не любителя, может быть, не из самого высокого профессионала. Денис профессионал, но еще недостаточно, потому что как раз вот довести до конца, вести свою игру, до конца ее держать в своих руках, вот это крайне важно. Да, при том, что Денис действительно... Если я ничего, по-моему, в прошлом году показывал просто... Вот давай с передней камеры посмотрим. Там. Вот, смотрите. Он даже не готовился. Да. Просто вот о чем и речь. О чем и речь. А сверху что у нас упало?
нету у нас. Одного нету шара. Нет, пятый, четыре, пять, шесть. Восьмерки, по-моему, нет. Да, это двое, если это двое, да, восьмерки нету. Ну вот как раз об этом речь, да, вернемся к этой теме, что опустил руки. Да. Хотя в действительности был момент, когда два евротура подряд он выигрывает, то есть какую-то просто нереальную для своего, для себя игру показывает. Ну да, и отсутствие практики. Сносит. Смотрите, хороший отыгрыш, однако. Да. Нету сложно прямого. Сложно попасть, кстати, и... Не и, знаю, в общем-то, если напрямую два даже... борта, мне кажется, даже от борта сложно попасть. А здесь. Через два, вот короткие, длинные? Борта, да, нет? Короткие, длинные. Два борта, наверное... это всегда все-таки игра зоны, два борта. Это не конкретный удар, если не напрямую. Да, потому что гораздо тяжелее в расчетах. Просто другого варианта вообще как-то, не знаю. Другого варианта нету. От одного нету, да, прямого как... нету. Вот сколько проходит мимо шестерки по короткому борту? Заказал в угол, да, он будет играть два борта. Давай сейчас сверху посмотрим, чтобы было понятно эту траекторию, попытаться понять. Раз, два, молодец. По-моему, по двойке было первое касание. Нет, нет, показалось нет, мне. Нет, нет, по единице. Четко по единице, очень плотно по и единице. Вот, кстати, очень интересно, и она дала... сейчас удар. Нужна хорошая оттяжка. Нет, небрежно уже, небрежно бьет. Он, да, уже... Оттяжка хорошая, но не результативная. Да. Грубый удар, очень небрежно, очень быстрый, резкий. Махнул рукой Денис. Ну, да. И в этом плане, конечно, он уже расстроен. Да. И как-то вот не взял ни одного перерыва. Он, вот почему не взял перерыва? Не берется. Нету такой традиции в пуле. Нет традиции перерыва. Это... А в русском бильярде в русском есть еще партия как? Может идти 45 минут. Одна да. Во всей встрече. Да? Здесь нет таких. Перерыв, это, скажем так, это когда вот какая-то критическая ситуация, ну, может быть. Да? Перед контровой или сбить, партией. Или да, сбить соперника. Не исполняют так сильно. Нет таких исполнений. Нет такого, да? Да. То есть в русском бильярде это даже уже не считается исполнением. Да, сейчас... Это считается просто... Ну, оно нормально ушло. Тактикой. Это считается тактикой. Серьезно. Тактикой, глобально. Да. Вот смотрите, на каком мягком ударе, причем проконтролировал, чтобы биток не ушел да. За тройку. На более сложный играл удар, сюда. Но там вариантов было не так много. Да. Не, ну там 2-3 борта, это очень сложно. Не гарантированно, много так, шов в этой половине. Да. Не, в пуле вот эти перерывы нет. Нужно доиграть и пошел спокойно уже дальше. Ну да, в основном, если перерываются, то либо перед контровой партией, либо вот опять-таки там счет 6-6, что-то наподобие. Туалетные истории, да? Да, да, да. Ну вот реально, по необходимости. Потому что теряется темпоритм, потому да, что теряется нить игры. Так это делается. И да, и соперник, тот, кто уходит, специально. Тоже теряет. Нет, тот, кто уходит, он часто в русском бильярде забывает о том, что он же тоже теряет свой темпоритм. Ну, в принципе, он тот, кто ломается. Уходит, он, наверное, уже находится в наименее выгодной ситуации, может быть, психологической, в принципе, на столе. И поэтому он выбирает уже такую тактику, что хотя бы если я уже не могу, тогда я хотя бы собью с ритма соперника. И, может быть, я вот пойду сейчас умоюсь, он собьется, а я сейчас что-нибудь сделаю. Бывает так, и в пуле тура так бывает, но это не совсем принято, скажем так. Давайте посмотрим двоечку. Очень аккуратно ее нужно сыграть, тем более близок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, пока удачно. Да, уже теперь играет стол для... А проходит уже тройка в середину? Зачем в середину? Он идет туда. В угол, конечно. Даже если биток сделает длинный борт и вернется немножечко сюда, поднимется, это не проблема. Нет, здесь не надо никакой центр, потому что это будет не гарантированный выход. А четверка стоит в свободной зоне и спокойно играется. Ну вот. Можно так сыграть, можно там. То есть, ну, вариации да, на тему. Да, там большая зона, и там... Ни одного шара в той зоне не было, да. Поэтому проблем не было для этого. Да, я думаю, это уже вот окончательное решение позиции, по крайней мере, со всеми сложностями. Разобрался то, что... Вообще настолько, я вот смотрю, да, все-таки глазами, наверное, игрока в русский бильярд, прежде всего. Смотрю игру в пул, беру очень много для себя в плане именно разыгрывания каких-то позиционных конечно, моментов. Конечно, пул дает пример рост. Пример Жени Сталева, который же, мы не можем сказать, что он поднял игру, он многое принес в пирамиду от пула. Да, да, конечно. Тогда, когда он поехал, это было знаменитое турне его по Америке, когда он с Бустаманте ездил, когда учился играть в пул, и потом приехал почти после полугодовой вот этой паузы в Россию, вернулся и начал играть в пирамиду так, как не играл никто.
выходы, отыгрыши, то, что сейчас стандартно тогда не было, конечно, абсолютно конечно, отсутствовало. Конечно. Ну, давайте вернемся к нашему окончанию матча. Собственно, мы понимаем, что он заканчивается. Чуть-чуть не довел, опять удар в перерез. Вот опять нужен этот удар. Да. Ну, собственно... Ну, десятка не проблема совершенно. Да. Таким образом, счет становится 8-4-3 в пользу Торстена Хоумана, и он проходит следующий круг, с чем мы его поздравляем. Да, поздравляем. Ну, а сегодня наш первый стол заканчивает Павел Щербинин, Елизавета Андреенко и Лев Ярославцев. Спасибо вам. До встречи. Завтра.